Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game, добро пожаловать на начало прохождения Train 2 мультиплеер с Вячеславом. Ссылочку вы найдете под описанием этого видеоролика на его YouTube канал. Переходите, подписывайтесь и пишите в комментарии, что вы от меня пришли. Он пока настраивает, я решил в принципе поздороваться, каждый уровень буду отдельно выкладывать. Вот, он стрим ведет, а я параллельно, в принципе, записываю геймплейчик. Так, погнали. Что там? Все, можно заходить? Погоди, Серег, это... Режим персонажа классический. Каждый игрок контролирует одного из трех персонажей. А но... без ограничений каждый игрок контролирует всех трех персонажей. Что выбирать? Ну, не знаю, как, легко хочешь или тяжело было? Давай, наверное, этот, без ограничений, чтобы я колдуна брал, чтобы тебе помогал. А, ну вот, да, без ограничений. Так, и еще вот хардкор мод выключен. Угу. И вот player levitation off, friend self all. Ну ты включи, ты же все в самой игре сможешь и настроить. Включи, наверное, что это, посмотрим. Все, да? Воздух игрока, да? Ага, ага. Запускай. Так. Так, а за 10 подсказок, что ты 5 минут поставь или никогда вообще 2 минуты? Часто же будет. Так. Начать игру. Давай зажгем рок в этой дыре. Ты запустил уже стрим? Нет, еще сейчас. Это. Возможно, не самый храбрый и не самый сильный из них. Волшебник Амадей мирно спал в своем загородном домике. Здесь, где его не донимала сварливая жена, он мог спокойно изучать заклинание огня. А это нельзя пропустить. Два колдуна. Два братья-близнеца. Ух ты. Так, окей, погодите-ка, я сейчас, мне еще, я забыл. Поднять. Чё ты там забыл? А, этот. Ютубчик поднять. Всё. Всё готово, продолжить игру, погнали. Так, как тут... Странно. Ну тут вначале как бы тоже надо добежать до этого. Ага. Дэвиду камню, чтобы нас оп. Объединили детские сердца. И сказала мама. О. Ай-яй-яй, я упал. Путь да закрыт, грибок. Но для великого волшебника Амадея не существует преград. Ведь силой своей магии он может поднимать предметы. Ой-ой-ой. Так, а это чё? А, понял. Так, я там бутылёк скину. Ой-ой-ой. Ну? Амадей также может создавать ящики прямо из воздуха. Поверх прошел? Я понизу прошел. А, ты наверху просто оказался и не заметил, как ты поднялся. Ах ты черт, платформа не создалась. А, ты забрал хра. А вон там еще шарик какой-то. О, точно. Огонек вел Амадея все дальше. А сколько мы это? Разрываясь между любопытством и страхом, волшебник шел за ним. Дедушка, паркурщик. Я желаю знать, что, что происходит. Блин, свет какой-то уже, все, я попался. Только не это. Там бутылек один был просто. Уйди.
Амадей, собирайся в путь. Надо спасать короля. Вояк упал. Что? Нет, Понтий, давай без меня. Меня дома дети малые ждут. Не могу же я их бросить. Но без сла... Герои снова оказались востребованы. А ты как тут очутился? Сейчас расскажу. Этим вечером Понтий отправился в поля. У крестьян стряслась беда. Ползучая лоза стремительно распространялась по полям. Я найду того, кто стоит за этим, и преподам ему урок. Отвали. Что там, безушара какой-то? Так и... А! О! А чё он... А, это я! А как ты это... Меч сделал? Ну, на Q нажал. Можно переключаться. А, во! Если повезёт, то на ужин сегодня будет тыквенный пирог. Какая упругая тыква. Понтий обыскал всю ферму, но ничего не обнаружил. Хм. Наверное, эти злодеи сбежали, едва меня завидев. А, надо обрубить что-то, да? Сейчас я обрублю. О. О, катимся. Ура! Листики. Газ. Валим отсюда. Блокируйте атаку щитом. Ты, кстати, на шип, ты не... вот так можешь бегать быстро и потолкать он вперед шип. Здесь у него способность. Так, как он туда дальше. Отпрыгают! Демоны! Хотя я думаю, наверное, нужно податься. Закончился этот уровень. А вон выход наверху. Тройка! О, они света боятся. Понтий так и не понял, как же все-таки работает тройка, но знал, что артефакт хочет ему помочь. Понтий обрадовался. Что может быть лучше спасения своего королевства? Так, погодите-ка, я звук прибавлю. Поздней ночью Зоя стояла в тени, стараясь не выходить Речи. На лунный свет. А в фоновой звуке беру. Вот. А, теперь за лучницу. Зойка смединенская. Так, забыл как стрелять. Все, научился. Кто ты, кто я? Они, кстати, хотя бы цвет разный бы дали бы. О. Так, а вниз не надо? Обещал мне кооператив. Вот кооператив, пожалуйста, да. Так, а дальше? Вниз нам, да? Кто там, Ромка, что ли? Ага. А, R2L2. А, точно, я и забыл совсем. Куда проводился? А. Там где я упал. Она двигалась по городу тихо, словно туман. Ну, это Сонька, золотая ручка. Порока. А внизу? Внизу ничего нет. Уж, а, блин, наверху. Интересно, можно здесь что-нибудь? Ух ты. Не вижу. Надо вернуться тогда. А что там? А свет он горит от нича? Нет, это просто из окна. Типа только синий, голубой какой-то цвет такой. Упс.
Тут и можно было вообще тут просто... И тут полезнуть. Она увидела мерцающий огонек на крыше старой церкви. Крыши дома моего. Что там за петушара? А еще выше. Все выше и выше и выше. Опа. Давай допрыгивай, возможно. Ага, сейчас. Все, башбуш, да, Славик. Так, а ты наверху платформы дотягиваешься, дает? А, можно хотя бы вот так, до следующей платформы. Да-да-да. Раскачаться, наверное, да? И... О, хорош. Тройка. Вот не кстати. Круто, да. А ты чего тут делаешь глухой ночью? Опять взялась за морские проделки? Нет, я могу это подтвердить. Скажите, а куда мы идем? Да мы пока и сами не знаем. Что-то странное творится. Новое приключение. Ну что, в путь? Ага, приключения. Итак, тройка явилась за героями и их приключения. О, как книжка, да, рассказывает нам здесь. Угу. Понти. Ага, которые ждут. Начать. Ух ты. Да начнется приключение! Так, теперь... Где о, мы? Куда можем тройка менять, перенесла да? нас? Угу. Давайте осмотримся и все узнаем. Так, у него ничего нет? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Я с этим не могу. Давай вперед. Вперед. Тут вперед. На вас. Ну, тут сохранялки в виде пузыря какого-то волшебного. Ага. А что такое? Собрал все? И еще одна там осталась. Блин. Давай, ты и нужен. Сейчас. А вот еще одна. Интересно, на наверху там еще она одна. Так же подействует. Молодец. Ах ты, черт, я упал. Нет, не было ничего. Есть. Здесь закрыто. Что-то нам открыть надо. А, ну можно и так, да. Так можно было, да? Ауч, ауч. Йоу, ломай, ломай. Тут разными способами, типа, можно. Чужаки! Как думаешь, придется драться? Ну, такой. Бери свою ковырялку, съедим самого толстого.
Это и Славка. Там вот толстый угольчик. Прямо! Сейчас еще один появится. Так мы за этим здесь. Гоблинов бить. Просто и понятно. Мне это по душе. А мне нет. А, наверху. Нет. Нет, дальше я просмотрел. Наверху, может, что-нибудь было бы. Ага. Стой, не прыгай. Только не заходи туда внутрь. Иди сюда. Вот ты на эту прыгнешь, чтобы наверху там еще что-то. Вот прыгай на эту. А, понял. Ну, стой. Тебе стой. Вернись. Давай, тогда заходи. А, там внутри же ничего нет, да? Фу ты. А я думал, внизу тоже что-нибудь есть какой-то. Давай, же штучка, лагерь, да. Так, куда нам? Подожди, стой. А наверху есть секреты. А. Только, наверное, не так. А, ну, вот так вот. Ауч. Давай я встану, да заберем. Женщина, вы что там, где живая? Нормальный. Нормальный движ. Да блин, что ты не прыгаешь? А, не можно. Так. Что за жизнь? Так, ладно, я пока этого убью. Что у нас тут? Давай, вали. Что это? А это растение не убьешь, надо этот. И чё, отец, делаешь? Не убей нас. Так, наверху вижу, что-то есть. Стой. Ой. Стой, отец. Гадство какое. Да ё-моё. Вот. Здесь больше ничего нет, какие-то черные тут. Ну что-то есть, щупы какие-то. А если есть щупы, значит можно прицепить. Что-то туда. Ах ты черт! Блин. Я думал, это ты, а это гад какой-то. Блин, этот плохо прыгает. А Зойка нормально прыгает. Сундук наверху был. Ты не пропускай сундуки. Там всякие ништяки лежат, Славка. Я сейчас попробую. Не, я забрал уже. Ё, ну ты все тут. Завалило. Они появляются из ниоткуда и уходят никуда. Так, нам надо на эту на шар бабу прыгнуть. Ага, чтоб наверх забрать. Что там наверху, наверное, что-то есть. Да, блин. О, я здесь. Давай, я тебя жду здесь. Там не было ничего наверху? Я забрал. Было. Ой. Драка! Да ё-моё.
Что-то вот в этой части уже чувствуется, что тяжело. Да не, фигня, тут легко все. Так, а где этот шар наш? Все на изи. Это же детская игрушка. Да, тяжело не может быть. Что-то увидел. Блин, она сразу рубит, да, убивает? Угу. Так, ты, кстати, можешь сам же это. Да-да, все, я. Да елка-макаренка. Волшебника изумрудного города. Угу. Секретики. О, хорошо, что он тут не поворачивается. Так, а так, что наверху у нас? Ай-ё! Так, подожди. Наверху что-то есть. Да, как ее добыть? А как добыть, скажи мне? Ну как-то подняться. Ну, тут серебряное. Горит бутылек. Его не сломаешь. Во, точно, колдуном можно же. Ну-ка. Во, гениально. И вторую тогда тоже забирай. Одна голова лучше, а две еще лучше. Там еще одна лежит. Все? Ну почему-то не слепите? А, так трепится. Да погоди, сейчас я... Не, убери платформу, а бутылек скину сейчас. Так я не могу убрать из-за кубика. Блин, теперь я не вижу, что там наверху. А чё туда не залезешь? Зачем? Вот и все. Так, это, подожди, а там внизу что-нибудь есть? Еще. А как туда проникнуть нам, товарищ? Тихо, отец, еще. Еще, отец. Отец, еще. Проник. Ну все, уходите. Использовать рычаг. А, вон я лифт опустил, где мы разбивали это. Возвращаемся. Да, правда, бесполезен какой-то лифт, это с помощью колдуна можно уже залезть. Сука. Не ругайся, Славка.
Юху! Так, а наверху что-то... Понти, ну ты чё, вы нашли стихи для коллекции. Блин, а чё они лопаются? А там шибы. Ты только не спеши направо уходить, слышишь? Ага. Я тебя подтолкну налево, потому что там есть. Давай, давай, толкай, толкай. Налево, нет, налево. Ты же спрыгнул. Я же толкал специально. Я на платформу хотел встать. Ага. Юху, ну я же не на этом, не на море. Ага, вижу, вижу. Оп. Оп. О. Тут еще, видите, два шарика попробую забрать. Блин, а он сюда не идет, да? Ты комодеем воспользуйся, я не вижу, что у тебя там, правда. Эх. Блин. Ладно, следующим поеду. Я на шарики их достану сейчас. А, вон они, наверху. Нет, ты только не застанешь, потому что шарик лопается же об шипы. Ё-па. А, вон оно что. А... Тебе помочь? Не. Блин, только мне квадрат оттолкнул. Шипы, я только заметил, шипы, что они там торчат. Да. Это квадратик дурацкий. А, они сами прыгают. Да, они меня, блин, этот, наоборот, сталкивают на шипы. Давай. Блин, где это? Кстати, тут уровень интересно, тут что уровень, видишь, какой больной. Да, смотри, а ты, а, бесит. Вижу. А что он делает? Он до этого нифига нету. Вижу, вижу. Да, встаньте. Тут, кстати, уровень немножко побольше, чем в первой части. Вообще, мы за 13 минут вообще проходили, за 15. Да ты, тучка нагер, да я? Вы чё, вообще офигели? Так, что у меня тут? Два очка навыка. Давай-ка мы стрелы прокачаем. Это что такое? Незаметность. А, морозность стрела. Так, морозная стрела. Ага, сколько она стоит? Одно очко. А у меня сколько очков? А где написано? Два очка, да? Замерзшие стрелы. А есть огненные? Нам до огненных надо докачаться. Так, сначала, значит, морозную изучить надо, да? Угу. И 4 очка еще добыть. Ты уже убежал? Убег? Чего тут? Какой странный камень. Ух ты! Это же огромная улитка! Она моется! Не может быть. Не может быть. Ты что сидишь? А, надо плевать. Ну, вот, как бы я догадался. А, это улитка. С аппетитом у нее, похоже, так он только что сказал же. Что это? Что бы это ни было, я рад, что оно движется не к нам. Эй-эй! Не попадешь.
Так, давай сюда, иди сюда. Ты не убегай, не спеши, Слава. Слава, Слава, не спеши. Выйду. Садись. Что такое? Не знаю. Почему ты упал? Ага. Больше ничего нет, я не вижу просто. Справа есть. Давай, поехали направо. Теперь вниз. И? Вниз, вниз. Вот, стоп, теперь наверх. Право. Ну, все, право. Я не могу дальше. Мне камера не позволяет. А вот сейчас видишь? Я вижу. Тут у нас еще есть товарищ. А я здесь взял уже все. Угу. Какой молодец. Да е-мое. Так. Надо рычаг держать. Блин, тут платформа еще. 9 и 3 четверти, я помню. Ага, молодец. Еще. Еще хотел. Давай. На рычаг, то есть это. Так, подойди. А, давай, вон там бутылка еще есть, погоди. Во. А, вот она что. Оп, подперло, да? Подпердыш, ага. Так, наверху ничего нет. Так, шарик один остался. Наверху, давай, садись. Так, что наверху? Слева. Слева куда, не вижу. Налево, налево. Налево, налево, налево. Стой! Стоп, стоп. Выше. Не, я лево, выше лечь не могу, он меня падает. Влево, 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 влево. И вниз. Куда? Блин. Да, ну взял. Садись. Или ты сам запрыгнешь? Я запрыгну, да? Стоп, наверху вон там еще есть. Я бутылку к нам закину. Бутылку. А ты где? Ну, честно. О, сейчас я ее собью. Оп-оп-оп, давай-давай-давай-давай, есть. Хорошо, взял. Ой. Что будет, если толкнем? О. Так, стой. Садись давай, там наверху что-то есть. Что ж ты переворачиваешь? Там вообще есть? Я не вижу, говори. Нет, нет, ничего. Как нет, ничего не шел. Что ты говоришь? Там тут куча чего было. Там внизу ничего нет, Славик. Ой. Да я вниз не ходил. А, ну я здесь внизу, да, здесь ничего нет больше. Ничего нет. А вон бутылек. Где? Сейчас я его. А, вон полупрозрачный.
Ах ты чё? Чертила-то. Тут они, блин, так выглядят. Цветность такая необычная, что и мы сливаемся. Да-да-да, я тоже понять не могу, где ты, где я. А, вот мы лежим, вижу. А это тут как залезть можно? Ах ты чё? Тут поломал. Так, ты где там? Блин, городская платформа. Садись давай. Я тебе повезу. Есть что наверху? Нету. А, бутылек есть, а вот справа. Вот. Ну и все, да? Тихо, не убей меня. А, это ты, что ли? Это что, ветер дует? Нет, это из труб выходит воздух. Чё, почему тут, блин, тут этот? Перетяжелались. Давай прыгай, бери. Ты говори, я просто не вижу дальше. Ниже. Ниже? Еще ниже. А, вот, вот это? Вот, теперь это вправо, 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 вправо. Все. Угу. Так, теперь тебе надо поднять, да? Да я поднимусь. А как ты поднимешься? Вот. Вот, давай, садись. Чуть не убил меня. Так, тут мостик нормальный. Какое милое место. Вот и первый уровень закончился. Бегат долгий. Ага. А, нет, не закончился. Йо! Кинко. Использовать скрытность, да? Тут змейка. А, вот. Только посмотрите на ее размеры. Она просто огромна. Не-не, а куда я пробиваю щитом. А куда... А куда стрелять-то ей? Голову попробуй. А, ей попало, ага. Ну, я понял. Блин, она от прикосновения убила. Да, голову нам. Чуть не фига не в голову. Что-то наверху мигает вот это, может оно нужно сюда сесть? Давай. Ах ты чё? Ой. И... Что надо было? Ломать себя. Огромные змеи и гигантские улитки. Что же дальше? Надеюсь, что огромные жареные...